родители Кирилла Баумгертнера. Угу. Наш волк. Пес. А, пес бешеный. Хорошо. Впечатление хорошее уже не первый раз здесь. Вот, ему нравится, что самое главное, я думаю. Так замечательно. Что будем, если желание будет, то будем развивать. Хорошо. А какие изменения вы в ребенке обнаружили после лагеря? Ну, а во всяком случае, больше общения, общительность. Mm-hmm. Потому что здесь общение большое, и я думаю, что общительность здесь он набирается хорошей. Хорошо. А от самого лагеря какие впечатления? Не, в прошлом году вроде был поинтереснее. Да? Сама территория вроде. Mm-hmm. Но мы еще не прогулялись здесь, честно говоря. Прогуляемся, сейчас вам расскажу. Может быть, заходите, расскажем. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. Да, до свидания. Вам спасибо.